Я очень боролась за зал Средневековья, потому что из всех предложенных 5 эпох чувствовала самую близкую связь с залом Средневековья. И вызвано это тем, что в Средневековье сочетается несколько сфер, которые меня наиболее всего интересуют в искусстве. Это вера, это символизм, это загробный мир, ощущение смерти и, ну и, в общем-то, сама жизнь какая-то, нравственность, мораль этой жизни и ощущение жизни. Поэтому для меня было очень важно, чтобы моя постановка свершилась именно в зале Средневековья. Я решила, что моя композиция будет строиться как процессия. И понимая, что участвуют 6 танцовщиц, что бы мы ни сделали в зале Средневековья, любые женщины, особенно скопление женщин, которые каким-то строем четким идут и совершают какие-то движения, было очевидно, что даже если мы будем притворяться монахинями, например, нас все равно сочтут ведьмами. Поэтому, отталкиваясь от этого, я создала такую процессию, в которой лейтмотивом проходит главная тема, наверное, средневековья для женщины – это «Не родись в средневековье женщиной». В средневековье полно различных жестов, если обратить внимание на статуи, все они нам как будто бы что-то сообщают. И так как в моей хореографии тоже есть такой собственный язык, жестикуляция, то я вдохновилась их жестами, и мы создали такой стыдный язык. И никому из съемочной группы мы о нем не рассказали, сохранили его в секрете, в духе табу женственности во все времена. Мне хочется сказать первую благодарность Алексею Ретинскому за это вдохновение, которое он мне подарил, потому что с помощью его музыки у меня получилось создать вот эту процессию и провести этот ритуал здесь. Мне очень хочется поблагодарить моих танцовщиц за то, что они всегда следуют моему жесту без слов, и мы находимся вечно в процессии жизни. Мне хочется выразить отдельную благодарность Диане. У нас только что с ней была съемка. Это гениальная танцовщица, которая без слов понимает каким-то внутренним своим чутким нутром, что хочет хореограф. И это большая благодать работать, даже для одного дубля работать с таким великим артистом.